Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет как продолжение первого моего видео о так называемой карт-рац. Это следы, ну, шины, вот, следы телег по всему миру. И это будет продолжение этого видео, как вторая часть. И есть следы подобные в Америке, на Ближнем Востоке, и, ну, как я уже говорил, в Индии, и по всему миру, вплоть до даже до Альп. До Альп и до Испании, и не только там. Расположены следы эти, ну, первым делом, даже официальная наука толком не знает, что это такое. Начнем с этого. Как бы, например, по следам в Мальте и в Азербайджане, они говорят, это конец каменного века. Есть гипотезы, как эти следы оставались, то есть два вала тащили такие, две такие палки, к ним привязывался гигантский какой-то мегалитический блок, и это все вот оставляло подобные следы. Ну, кто его знает? Только машина времени может дать ответы на все вопросы. Неофициальная наука, например, Колтыпин, есть у него такой сайт «Следы до потопа», у него есть страница на Facebook, он мой друг на Facebook, он высказывает, ну, он как бы тоже исследует это, вот, он высказывает, что и, в принципе, гипотеза, это официальная версия, что следы расположены в очень, ну, в древних слоях Земли, окаменевших, которым, ну, там, как минимум 14 миллионов лет. Что происходило в древности, неизвестно. Что тут было в древности, толком неизвестно. Почему на Мальте и на Азербайджане эти следы уходят прямо в океан на огромные глубины? Ну, в Азербайджане в Каспийское море, а на Мальте в Средиземное море, и уходят на огромные глубины. То есть они появились, когда Средиземное море было озером, грубо говоря, или когда Каспийское море было озером. И что происходило в древности, толком неизвестно. Хотя еще раз повторю, что официальная наука говорит, что, например, мальтийские и азербайджанские вот эти следы, они примерно конец каменного века, то есть это же примерно 6500 лет назад. Остальные следы не такие древние, они ближе к нашему времени. Но как оно было на самом деле, только можно сказать машина времени. Все остальное по этим следам вы видите дальше видео. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube.
Secret stars.
Thanks for everyone people who helps for my YouTube channel. Thanks for everyone who helps for my YouTube channel. Thank you for watching this video.